Всем привет! Это видеоинструкция для творческого набора. Сегодня мы вышиваем с вами бурундучка в ковровой технике. По-другому еще называют тафтинг или punch needle. Проверьте комплектацию набора с печатной инструкцией или подберите все материалы самостоятельно. Перед началом работы нужно заправить ткань в пяльце, а пряжу в иглу. Ткань в пяльце заправляйте плотно. Если она плохо держится, можете внутренний круг обернуть тканью. Хлопок или лен хорошо подойдет. А для того, чтобы заправить в иглу пряжу, нужно вставить в иглу нитевдеватель, в нее продеть пряжу, вытащить обратно нитевдеватель и просунуть нить в ушко иглы. После того, как ваша игла и полотно для вышивания готовы, можно приступать к работе. Работа над данной вышивкой займет у вас несколько часов. Можете взять набор с собой на природу, как я, или позаниматься этим в вечернее время после работы. Для вышивки в ковровой технике важно помнить, что пряжа не должна быть натянута, а ушко иглы должно смотреть всегда назад. Иглу в ткань нужно втыкать резкими движениями. Не бойтесь, ткань не порвется, она очень прочная. При заполнении рисунка в первую очередь надо обвести контур, а потом уже заполнять полностью цветом все внутри. Вышивая данного бурундучка, не забывайте про черные части, глаза и рот. Их нужно вышить в первую очередь, для того, чтобы при заполнении светлыми оттенками пряжи эти участки не потерялись у вас. Также обратите внимание, что глаза и брови находятся рядом. Периодически проверяйте себя со схемой, чтобы убедиться, что вы не перепутали цвета. В данной вышивке почти весь рисунок наносится с обратной стороны. Не бойтесь, что ваши линии идут неровно, с лицевой стороны этого не будет заметно. Вышив весь рисунок полностью, нужно перевернуть панно и с лицевой стороны заправить все петельки или просто их обрезать. Когда закончили с рисунком с обратной стороны, нанесите рисочки на лоб бурундука. Вот и все, наша вышивка готова. Такую вышивку можно использовать не только как панно на стену. Рисунок можно вырезать по контуру с небольшим отступом, подклеить ткань к обратной стороне и использовать как нашивку, например, на сумку или на подушку. Если же вы хотите использовать рисунок как картину на стену, давайте перейдем к оформлению панно. Чтобы сделать кисточки для панно, возьмите два цвета пряжи, белый и серый, намотайте их на руку, с одной стороны зафиксируйте ниткой, а с другой стороны разрежьте. Если требуется, можно немножко подровнять ножницами кисточку. Теперь на небольшом расстоянии от края завяжите еще одну нитку и затяните ее. Сверху проденьте бусины. Обратите внимание, что кисточки я фиксирую на разной высоте, а также использую разные бусины. Переставьте ткань в пяльцах, как показано на видео. На небольшом расстоянии подрежьте полотно, а далее любыми нитками прошейте строчку с обратной стороны и затяните полотно. Теперь наше панно полностью готово для того, чтобы украсить ваш интерьер. Желаю вам удачи в освоении данной техники и творческих успехов. Всем пока!